Ну, чтобы вы понимали, они уже минут 5 сейчас. Точно как встраивали военкомат. Кто там? Вас беспокоит капитан Туры. Вы знаете, что здесь проживает некий Брянцев. Откройте двери, вы должны получить повестку. Здесь Брянцев не проживает, никакую повестку получать не собирается. У меня друг без руки лежит в госпитале, а брат его на кладбище уже. Идите нахуй со своей повесткой, я ни на какую Украину воевать не поеду. Уважаемый, если вы не согласитесь сейчас получить повестку, вы будете прикрываться к уголовной ответственности по причине террора 32-го. Уклонение от призыва на военную службу, а и все. Не имеете права, мы живем в свободной стране, я буду все обжаловать в суде. Походу пора собирать вещи.